Ну, скажи, как зовут, где ты вот сейчас у нас закончилось мероприятие, где ты была и какое впечатление? Добрый день, меня зовут Ольга. Только что сейчас закончилось мероприятие, которое проводил Сергей Нежданов на озере Глубокое. Я здесь первый раз. Собралась очень большая теплая компания, доброжелательная. Очень всем... Ты вырежешь? Конечно. На чем я остановилась? Компания собралась. Всем рекомендую... Что сказать? Как вот сказать правильно? Приходить на Ну, если занятия. понравилось. Вот, нет, да, понравилось. Но тут же нужно еще какой-то вот... Что рекомендуешь, что делать? Вот что, да, Для я чего? рекомендую. А что ты рекомендуешь? Вообще подписаться на... заниматься йогой. Приходите к Сергею. Ты действительно это рекомендуешь? Прийти к тебе, Да. тем, кто в поиске Да. занятий, да, рекомендую. Ну, все этого достаточно. Сейчас ты записывал? Это получилось очень Все, класс. эмоционально. Спасибо, я все понял, услышал. Да, классно было, спасибо большое. Не было каких-то надуманных, усложняющих историй, мероприятий, это очень ценно. Благодарю. Искренне? Ты записывал, ты потом посмотришь. Не, я Ты выключал. паузу... Ну я не могу под заказ.